Или как в апреле тоже пошла гулять. Ну как гулять, типа на свидание. Товарищ этот сказал, что он 168, а я еще не знала, что я 170. Последний раз я была 164. Это было в 2015 году. Я такая думаю, ну ладно. А он чуть опоздал. А там дядя взрослый, сколько ему лет? 35 или 36. Вот. Думаю, ну, 168, я 164, так, ну, сколько там, 4 сантиметра, ну, нормально, выше меня и хорошо. Он потом из машины-то выходит из такси, я понимаю, что у меня голова-то вниз опускается, чтобы посмотреть. Я такая, думаю, блядь, ты точно не напиздил так хоть? Я полдороги с каменным лицом была. Я знаю про это. Это было заметно. Я смотрела немного вниз. Я, блин, я не воспринимаю. У меня папа 186-187 был. Ну, нифига себе, там шкаф купы такой. Мне вот такого же этого товарища-то надо. И этот... Короче, в такси сели, едем, я сижу в одну точку, смотрю с таким лицом. Я говорю, все хорошо? Я говорю, да, все хорошо. Ну, погуляли, все, там на карте сходили и все. Я все правду рассказала по поводу роста. Не, нормально. По дороге обратно поржали. Так это я думала, что я 164, и типа он выше будет, а потом я понимаю, что либо он по росту пиздит, либо, блядь, я уже не 164. Так у меня знакомый, я еще на выставке работала, соседнего стенда, ходила с рулеткой и все. Я говорю, ну-ка, Лёха, иди сюда, блядь, сколько я ростом. Ну, короче, эта линейка, блядь, меня верила. Оказалось, вот, 170 где-то я. Я сама не понимаю вот это. Было бы намного проще, если бы я на рост не обращала внимания. Вот столько хороших ребят было, попадалось. И вот только из-за роста нет, и все. Вот только рост. Была бы я полтора шка. Было бы намного проще. И все время, даже вот кто-нибудь хороший попадется, вот до этого города в другом еще жила. Вот там уже нашелся и взрослый. Вот по всем параметрам все хорошо. 172, считаю. Для меня даже 175 это ровня. Ровня мне. Два одинаковых человека, только полом различаются. Я не знаю, как этот. Но это вот тут. Чего я про рост рассказываю? Забыла. А, вот, короче, в том городе уже и взрослый, блядь, и... Да ко мне даже не относился никто так никогда, я же обалдела. Думаю, нихера себе, мужики так могут, что ли? Этот рост
маленький, блядь, 175. Ну, вот что-то вот не то было. Это плохо, я знаю. Я не могу ничего с этим поделать. Вот как, блядь? И вот если бы вот этих заёбов у меня не было, было бы уже все хорошо. Может, конечно, это когда-нибудь пройдет 30+. Все-таки не молодеем. Красота не вечная. Так вот, я в том же. О том же. Второй год в холостую гоняю. Все, блядь, то рост не тот, то волосы торчат, там прическа не та какая-нибудь. Пальцами какие-нибудь не такие, блядь, то глаза слишком узкие, то, блядь, еще чего-то. Ой, кошмар. Я подругам что-нибудь начинаю рассказывать, они вообще усыкаются, сидят. У меня столько историй вот этих, блядь, всяких смешных. Я бы написал кто-нибудь. Так, а чё не будешь напиши? Тут все равно сидят вон полтора землекопа и иностранцы поди все. И боты. Я просто рассказывай, что за ним будет. А, много писать, ну ладно, тогда потом не скажу. Hi, Mary Lee. Hi. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. How was your day? I'm not. I live in Spain, Madrid. I'm from Russia.